Что-то она потащила. Рыбу, о, потащила. Рыбу потащила? Да. Это же мама. Это маман, наверное. Пахча? Пахчандра будет. Не знаю. Что-то стоит, что-то продают. А,
Все-таки решила обгнать. Ну там есть. Ой, их тут много. Ну я так по одному. Две полосы все-таки мало. Закрытые окна и запах, да, натягивал? Ну, вот через окна. Да. Точно, точно. Мы вроде окна закрыты. Угольный фильтр не справляется. Да не, у меня закрыто как раз окно. Смотри, сколько всяких разных краснокнижных птиц. Надо, чтобы мы так стали, чтобы мы никому не мешали. Можно подмазать. Это вот по этому лиману идет разделение между Одесской и Николаевской областью. А там можно под мостик поставить машину? О, птенечек, да? Вот там рыбалка идет полным ходом. Выходи, Кость. Пойдем. Покажу тебе, где я гадюку поймала. Папа закрыл. Вот здесь поймала я лет 7 назад. Только один раз я поймала. Вот там я поймала гадюку. Здесь гадюки. Мы ловили бычка, вот тут на мосту сидели. Я тебе говорю, что есть, потому что я ее поймала. А вон, кстати, вон змеюка. Ужик вон. В камне, ну, спрятался в камнях. Хвостик его мелькнул. Уже не видно. Тут много гадючек. Он уже уплыл. А вот и маленький ужик, или это гадючка. Видишь, Кость? Вот она, вот. Ну вон. Видишь, да, вон плавает. Я ж тебе про это и говорила. Вон, видишь, их тут очень много. Ой. Вот, ребят, не люблю пауков, не люблю вот этих змей разных. Какое-то вот от них нехорошее впечатление. Эти гадюки. Вот надо посмотреть поближе. Я, например, бы не пошла посмотреть поближе. Я как-нибудь так со стороны посмотрю. Бычки мелкие? Вот это она там на них, наверное, охотится. Ну, смотрите, там аккуратно, потому что там много среди камней всякой живности. Ребята, был у меня как-то случай, мы приехали сюда, ну, ехали мы с Коблева, решили остановиться, у нас были там снасти в багажнике, мы решили половить бычка. И вот здесь на мосту мы сидели вот тут, и, в общем-то, я чувствую, что-то там у меня дернуло, что-то поймалось. Я раз, подсекла, боже мой, а на крючке гадюка, и такая крупная достаточно, и тащит меня. В общем, я кричу мужу,
Сбежались там ребята, рыбаки. В общем, короче, отрезали бегом леску. И она вот так, знаете, вместе с крючком вот так вот колесом выгнулась и так по лиману и поплыла. Боже, она мне потом снилась. Я говорю, что-то это не к добру. Такая была у меня история. Сидят красавцы. Отдыхают. Где-где? Ой, вот она плывет, гадюка. Вот она, смотри, вот она. Она охотится. Ой, какая она. Смотрите, как она ныряет. Опа, нырнула. Маленькие, но все равно они опасные. Ой, сколько их тут. Тут просто какой-то это... Симпентарий. И маленькие. Ну, больших сильно я не вижу. Да, блин, это вообще маленькие. Это маленькие, да. Но они ж вырастут. Смотри, как она. Ой. Вот как можно в телегуле вот купаться, да? Но все равно, Сереж, страшно. В воде не кусает? Я тоже такое слышала, что гадюки в воде не кусают. Но все равно тут хорошо. Это ребята ездят, вот это грузовики по мосту ездят и грохот стоит. Ой, боже, вот они здесь все. Сколько вы насчитали их? Пять. Кого нанимаю маленьких человек? Ну, они, да, видно, только вылупились, наверное. Да, он под камнем сидит. Могу пересчитать. Нам тут их миллиардов. Вон, вот это вот на камне. А вон на камне сверху сидит, да? Ну, это маленькие, да. Но они только, видно, вылупились. А вот еще. Что-то она потащила. Рыбу поймала. Потащила. Рыбу потащила? Да. Ой. Ну, вот и поймала, видишь? Будет кушать. Да. Ну, что-то килечко. И смотри, она потащила, там, наверное, у них гнездо или что. Не, она просто на берег потащила, на берегу будет. На берегу будет есть? Да, она же в воде есть. Она там схватилась. Ничего себе. Обалдеть. Гляньте, какая. Это же мама. Это маман, наверное. Да. Это точно гадюка? Да, это гадюка. Ужас, какая она. Смотри, маман. Смотри, она с черными пятнами, а она коричневая. Смотрите, какая-то змея. Страшно? Какая она огромная. Ну как тебе сказать, маленькая? Ой. Все, ребята, я на лимане боюсь купаться. Посмотри, как у нее язык. Ди-дин-дин-дин. Ух, какая. Смотри, вылезла и не боится, что мы тут разговариваем. Оп, все. Блин, ну страшно, да, эти гадюки. А может, местная? Вот так вот. Говорила мне знакомая, что боится тоже в телегуле купаться на даче. Потому что из-за этих гадюк. Ладно, там мужик еще. А гадюки, это уже серьезно. Ну чего, кто-то купается, кто-то рыбачит. Тут хорошее место. Гадюки больше всего понравились. Тебе гадюки понравились? Тебе не совсем не страшно гадюки? Да нет. Ну ничего себе, не, мне страшно. А, ну то детеныши, когда они, когда они вырастают, они же, вон видишь, люди вон принимают ванны и не боятся никаких гадюк. Гадюки сами боятся. Гадюки их боятся. Типа грязь, глина. Ну да. Тут какая-то, ну все-таки на Куяльнике, думаю, какая-то нормальная. Лечебная грязь, а здесь не знаю, что за грязь. Дрон летает. Где ты видишь дрон? Это птицы. Это две птицы. Это не дрон, нет, это было... чайки полетели, а не дрон. А какое-то было черное вдалеке города. По лиману проходит граница. С той стороны Николаевская область, с этой стороны Одесская область. А тут заповедник, да? Ну, тут да, он... А, кстати, вон там какие-то водоплавающие, видишь? Чайки. Чайки? Да, может, это не чайки, может, это какие-то... Нет, мам, это были лебеди. Какие лебеди? Баклавер. Ты видел лебеди? Да. Лебеди. В общем, если ты, Костя, увидишь какую-то краснокнижную птичку, сигналь, мы ее сфотографируем. Да. Говоришь, Костя? Не надо сидеть дома, надо путешествовать. Правильно. Надо путешествовать, надо познавать мир. Правильно? Да.